Тело неподвижно лежит на наклонной плоскости. Давайте выясним, какие силы действуют на это тело. Для того, чтобы это установить, надо выяснить, с какими телами оно взаимодействует. Оно взаимодействует с Землей. Результат – силы тяжести, МЖ. И с опорой, с наклонной плоскостью. Результат – сила реакции, R. Если тело стоит, то в силу второго закона Ньютона R равно минус МЖ. В этой задаче есть физически выделенное направление. Это направление либо касательное к плоскости контакта тел, ну, либо направление нормали к плоскости контакта тел. Поэтому вполне естественно, и это всегда делается, разложить силу реакции на две составляющие. Нормальная компонента силы реакции N, она нормальна к поверхности контакта тел. И касательная к поверхности контакта тел составляющая силы реакции, которую общепринято называть силой трения. Пока тело стоит на наклонной плоскости, действует сила трения покоя, которая заранее ничем не определена. Она определяется условиями равновесия тела на наклонной плоскости. Если я буду поднимать наклонную плоскость, тело продолжает быть неподвижным. Значит, сила трения уравновешивает направленную вдоль плоскости составляющую силы тяжести, равную, как легко сообразить, МЖ синус альфа. Но сила трения покоя не может быть больше по модулю силы трения скольжения. Поэтому неизбежно наступает такой момент, я поднимаю все время наклонную плоскость, когда тело начинает скользить. В этот момент сила трения покоя достигает своего максимально возможного значения, а это есть сила трения скольжения, то есть КМЖ косинус альфа, где К по определению коэффициент трения. И равна она в этот момент, это по-прежнему движение с нулевым ускорением, равномерное соскальзывание с поверхности, МЖ синус альфа. Альфа снабжено индексом М, это тот минимальный угол, при котором начинается скольжение с наклонной плоскостью. Из этого равенства, кстати, вытекает простейший способ определения коэффициента трения. К равен тангенсу альфа М. Давайте посмотрим еще раз, как начинает тело соскальзывать с наклонной плоскости. Я поднимаю наклонную плоскость. Началось скольжение. Значит, наклонная плоскость, доска, находится чуть-чуть ниже третьей отметки. Давайте повторим опыт с тем, чтобы выяснить, насколько он воспроизводим. Еще раз повторяем то же самое. Практически в тот же момент началось скольжение.